Всем привет, дамы и господа. Сегодня мы в кинотеатре Cinema City, как всегда, Ocean Plaza. После допремьерного показа фильма «Слепая удача». Украинский перевод этого фильма «Слепая удача», хотя в оригинале на английском называется «Running». Это какой-то термин из покера, из каких-то игровых этих дел. Потому что я пытался понять, почему фильм называется «Running», причем здесь «бежать». Оказывается, это просто вот к играм относится. Что могу сказать про фильм? Да, кстати, сегодня я не один на киносеансе, наконец-то. Мне составила компанию Надя, потому что часто я бываю в кинотеатре совершенно один. Что могу сказать про фильм? Ну, давайте начнем с девушки. Ты вообще любишь фильмы в жанре триллер, криминал и все такое? Тебе нравится? Потому что я, когда я вижу жанр фильма а-ля триллер-криминал, мне всегда кажется, что ну, мне не понравится, я всегда как-то больше предпочту смотреть какую-нибудь комедию или... Ну вот если бы мне предложили посмотреть комедию или там какую-нибудь фантастику или триллер, я бы, наверное, триллер бы не выбрал. И как тебе этот фильм? Фильм понравился, сюжет интересный, закрученный. Ну не знаю, а ты смотрела фильм «Транс»? Не нет, смотрела? Вот там вот закрученный сюжет, это реально. Вот я не люблю триллеры, но когда я посмотрел «Транс», я офигел просто, насколько крутой фильм. И я был под таким впечатлением. Честно говоря, вот после этого фильма я не под таким впечатлением. Знаете, все познается в сравнении. Иногда ты после фильма такой выходишь, это было офигенно. Но не сказать, что фильм все равно плохой. Он, в принципе, ну, нормальный, хороший, неплохой фильм, ну, стоит посмотреть. Возможно, второй раз я его не посмотрю. Да, нельзя сказать, что фильм плохой, тем более, что такие актеры, Джастин Тимберлейк, ну и, а главное, Бен Аффлек. Вот Бен Аффлек мне нравится как актер, такой он всегда в таком образе прикольном. Честно говоря, не знаю, но вот мне как-то фильм, может, еще состояние мое повлияло, я сейчас немножко приболел. Вот, и хотел спать. Но вот фильм полтора часа, и слава богу, что он был полтора часа. Если бы он длился бы дольше, ну, мне кажется, было бы совсем грустно. Нет, фильм прикольный. Фильм прикольный, но ничего такого вот прям экстраординарного я не увидел. Такой вот середнячок, я бы сказал. Знаешь, бывает, выходишь из кинотеатра, ты такой там ходишь несколько дней, думаешь, блин, обдумываешь этот фильм. Ну, такой легкий, так вот. Поставить дома для фона, когда что-то делаешь. Да, при всем при том, что фильм как бы криминал и триллер, то есть он достаточно легкий, не пригружает особо, там как бы нету сильно много каких-то разборок, крови, перестрелок, то есть этого всего чуть-чуть есть, но ну, по минимуму, и как бы такой достаточно спокойный фильм. Какую оценку ты поставишь по 10-бальной шкале? 8. 7. Ну вот, теперь мне придется ставить еще ниже. Нет, я тоже соглашусь, где-то 7 можно поставить. Опять-таки, я не являюсь ценителем данного жанра, поэтому если вы вдруг считаете, что я не прав, может быть, так и есть. Может быть, я действительно что-то не понял, но это мое впечатление. Это мое впечатление, и это все, что я хотел сказать. Всем пока! Пока!